Детский санаторий «Солнышко» работает с 1975 года. Это единственное учреждение в Крыму для реабилитации детей дошкольного возраста с психоневрологическими заболеваниями. Санаторий одновременно может принять до 80 человек. Сейчас здесь проходит реабилитацию 73 ребенка в возрасте от 2,5 до 7 лет. В санатории оздоравливаются ребята как из Севастополя, так и близлежащих поселков. Время реабилитации варьируется в пределах 2 месяцев. Минимальный курс – 21 день. Попасть в учреждение можно по направлению невролога и детского психиатра. У нас заведение достаточно востребованное. Каждый день звонят, записываются на поступление. Вот, ну и принимаем все в порядке очереди по записи. Над улучшением здоровья воспитанников санатория «Солнышко» колдует 60 сотрудников учреждения. Здесь предусмотрено 4 группы – 2 дневные и 2 круглосуточные. Максимальное количество в каждой – по 20 детей. Некоторые ребята не живут в санатории, а приходят только на процедуры по показанию специалистов. Оздоравливаясь в учреждении, дети бесплатно получают комплексную медико-педагогическую помощь. С ребятами работают психолог, логопед, невролог, педиатр, физиотерапевт, инструктор, ЛФК, а также массажист. Фактически в одном месте дети получают весь комплекс необходимых процедур. В санатории чем удобно для родителей, что все происходит одномоментно. Ребенка привели утром в санаторий и дальше проводится комплекс физиотерапевтических и массажных процедур. Ребенка в этой же группе берет массажист на массаж, медсестра приводит его в физиотерапевтический кабинет на физиотерапевтические процедуры, которые ему назначил врач-физиотерапевт. Ребенок не боится, родителям не нужно приходить специально в поликлинику и ездить на процедуры. Физиотерапевтический кабинет оснащен необходимым для реабилитации оборудованием. Кабинет оснащен тубусом, электрофорезом, ультразвуком, аппарат ТОВЧ и аппарат ДМВ «Ромашка». Это кабинет электросветолечения, рядом находится кабинет электросна, где дети получают процедуры, и на балконе находится ингалитория, где можно получить ингаляцию. Наряду с лечением в санатории проводятся и развлекательные мероприятия, кукольные спектакли, спортивные праздники, различные утренники. Песнями, танцами, игре на разнообразных инструментах детей обучает музыкальный работник. Санаторий психоневрологический, и детки к нам приходят с такими диагнозами сложными. Иногда не садовские дети приходят просто из дома, очень маленькие. Приходя сюда, они чувствуют себя скованно, иногда плачут. Но, пообщавшись с детьми, вот я буквально говорю о своем музыкальном зале, посмотрев, как они танцуют, поют, рассказывают стихи, мы проводим утренники довольно-таки часто, постепенно-постепенно они вливаются в коллектив. Совершенно никого не заставляем. И с удовольствием начинают рассказывать и стихи, и поют песни, и даже участвуют в главных ролях. Светлана Носова привела в санаторий «Солнышко» ребенка впервые. Мальчик пробыл здесь 2 месяца, и уже видны результаты, отмечает женщина. Здесь очень прекрасный коллектив, очень хороший уход за детьми. Вот наш ребеночек был гиперактивным ребеночком. Сейчас стал немножко более поспокойнее. Хорошо спать ночами мы стали. Результаты есть, результаты налицо. Мы стали разговаривать хорошо. А вот Миша проходит реабилитацию в санатории уже 2-й год подряд. Здесь он почувствовал улучшение. Мне понравилось здесь, ну, все. Здесь походил, я чувствовать стал себя лучше. Бабушка Миши говорит, планирует прийти в санаторий на следующий год, потому что реабилитация в учреждении помогает. Во-первых, он немножко был так, как бы скован ребенок, а здесь он расслабился. Здесь спасибо Елене Ивановне, она научила его и петь, и плясать, и все, потому что физкультурой он у нас не занимается фактически, а такие вот легкие упражнения. В общем, сдвиг очень большой. Пребыванием в санатории довольны не только родители, но и сами дети. Тут хорошо кормят. Тут все хорошие, радостные. Ну, я развлекаюсь с детьми, хожу на музыкальную, делаю физпроцедуры, физкультуру тут делаю, мне тут нравится. Всего за время работы детского санатория «Солнышко» реабилитацию в учреждении прошло около 16 тысяч детей. Елена Корнухова, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».